Итак, 8 марта. Череда праздников 23 февраля, 14 февраля, 8 марта. Кстати, мужики, с прошедшим, лучше поздно, чем никогда. 14 февраля вообще не понимаю, что за праздник. На кой черт его нам навязали? Женский день, 8 марта. На самом деле, меня забавляет в всех этих праздниках, это как извращаются рекламщики. Вот, например, есть такая реклама, я не помню, по-моему, какой-то салон связи. Суть рекламы в том, что за столом сидят, ужинают, обедают, завтракают, не знаю, мужчина с женщиной, и мужик такой, какой-то плакатик такой, или вырезку журнала показывает, типа, с телефоном, типа, дорогая, скоро 23 февраля, типа, намекая, мне нужна новая мобилка. Женщина такая, 14 февраля? И тоже показывает вырезку там из какого-то журнала, там, с телефоном. И потом еще добивает и 8 марта. Итого 2-0 в мою пользу. То бишь, вот эту рекламу по-любому делала женщина. Потому что она... Ну, это преподнесено так, что 14 февраля это сугубо женский день. Он ей два подарка, она ему один только на 20 февраля. Да как так-то? Вообще 14 февраля, если считать праздником, то это праздник всех влюбленных. Как мужчин, так и женщин. Неважно, тут пол-то вообще не решает. Тем не менее, рекламщики почему-то сделали из него женский день. Ну, блин. Ну чё, молодцы, прикольно, бабосики рубят. Я на самом деле небольшой любитель подобных праздников. Ну, для меня это вообще нагрузка. У меня февраль, март вообще богатые на праздники. Соответственно, для меня это сплошные расходы. Нет, ну понятно, я куплю жене и дочке цветов, позвоню маме, поздравлю. Но в целом... Что характерно, да, 23 февраля мужики как бы не особо парятся по этому празднику. Вот что есть, что нет, они не строят там из себя никого, они не наряжаются. Мужчины умнее. Женщины же 8 марта пытаются показать, ну, всю себя. Вот. Иные даже перебарщивают. Так вот, женщины, девушки, девочки, тёлочки, ТП, ТД, бабушки, тёти, внучки, дочки, ну и тому подобное, желаю вам не перебарщивать. Будьте такими, как есть. С праздником!